Как переиграть страх? Да, очень просто. Когда я был маленьким, я страшно боялся, если ночью все спали, а я нет. В моем детском случае такое бывало по единственной глупой причине. Я переживал, что не усну и, понятное дело, не засыпал. Меня обдавало холодным ужасом, когда стрелка на будильнике переползала единицу. Я подходил к окну и видел, что во всех соседних домах погашен свет. Как я далеко от людей, как одинок, как будто всех-всех забрали на другую планету космические корабли, а меня забыли. И я навсегда остался один, потому что не сумел уснуть. Потом я нащупал хитрость. Я сказал себе: «Ты всего лишь не можешь уснуть. Это бессонница». И как только я определил происходящее со мной, страх отступил. Теперь это не было чем-то бесконечно непоправимым, ужасом ночного одиночества, оторванности от всего мира. Это стало просто бессонницей, как у миллионов других людей. Я больше не был один. Позже это сработало еще раз, и еще раз, и еще. Парень, нет, ты утрируешь. Что значит родители не пустят домой? Ты всего лишь потерял ключи. Или не делай из этого трагедию. У тебя просто проблемы с успеваемостью. Заметили, как ловко? Коту под хвост куча дисциплин, каждая из которых требует отдельного вмешательства. Но мы обобщим с успеваемостью. Одно слово, одна проблема. Еще позже. Ощущение, что целую планету выбили из-под ног. И ты в ледяной невесомости истерично ищешь почву, жадно ловишь сигналы из ночного вакуума. И вот решение. Тебя всего лишь бросила девушка. Всего лишь. Не ты первый, не ты последний. Да, категоризация – отличный способ обезоружить страх. Он перестает быть глубоко потаенным, с которым ты заперт один на один. Это теперь враг всего человеческого рода, не имеющий с тобой личных счетов. Отныне это не что-то неопознанное, как боль для животных. Бедолаги не могут знать, закончится ли она когда-нибудь. Но строго очерченная проблема с отмеренным периодом действия и нанесенными на карту выходами. Да, это отличный способ, но это обман. Потому что то переживание, которое довелось испытать тебе, до тебя никогда не существовало. Оно только твое. Миллиарды неуловимых деталей, которые невозможно отследить, но которые и делают конечную картину. Категоризировать приятно и просто. Частицу всего лишь можно подставлять к любому несчастью. Всего лишь потерял ключи, всего лишь отчислили из вуза, всего лишь умер. Но что ваш коллективный опыт, ваша народная мудрость знает о дорогих мне вещах? Об утраченной дружбе, о безответной любви? Эти запахи, эти мелодии... Эти тысячи иголочек в область солнечного сплетения. Некоторые переживания достойны того, чтобы оставаться целыми, неурезанными, не пропущенными через призму общечеловеческого понимания. Есть ночи, которые нужно проходить, оставляя на входе заносчивое всего лишь. Пусть уже давно за полночь, и ты никогда не забирался так далеко. Пусть ни в одном окне не горит свет. Пусть ты отколот от всего мира. Даже не думай спать.